Ну что, ребят, всем привет, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Mark of Ninja. Очень даже неплохой стелс-экшен, как у меня, платформер. Итак, и у нас новая задача — добраться до на смотровую вышку, в общем. Но что, собственно, будет сделать очень даже трудно, потому что тут у нас много... ходит охраны. Кстати говоря, вон один из них. Так, это у нас те, которые не бьются, да? Извини, но тебе придется умереть. Пошли со мной. Так, а тут можно понизу пройти, да? То есть у нас тут все-таки несколько путей про... О, да, блин! Я случайно! Почему он не схватился за вот эти вот хрени? Вот так-то надо было с самого начала проходить тут. Какого черта? Так, итак, мы оказываемся тут, да? Это нас тоже ищет, да? Так, это нас щитоносец. Это уже плохо. Ну ладно, можно и так сделать. Бесшумный убийца. Кстати говоря, у нас ведь какой-то новый скилл был, помнится. Так, а это у нас спид, да? Прикольно. Да, бездна императора, вот он наш новый скилл. А какого черта? Лазер, бьющий сюда, а как его обойти? Иди отсюда. А это главное, ничего не заметил. Hey, where'd he go? Иди отсюда. Так, ну тут у нас еще один есть. Есть, конечно, бомбочки. Оп, тебе показалось. Не-не-не, ничего не случилось. That's it. If we get our hands on the tracking device, it'll lead us straight to Karajan. Так, теперь нам двигаться дальше и вниз. Окей. Так, дверку открыли. Тут у нас никого нет. Так, собака. У собаки это, конечно, уже плохо. Она нас может почуять. А, ну хотя, наверное, чуйку ведь вниз не распространяется, не так ли? Блин. Так, а вот это уже плохо. Собака нас может учуять. Hold on. Did you hear something?
Go check that out, will you? Да, зараза. Значит, собака все-таки нас чует даже в укрытии. Ну, я, конечно, так предполагал, на самом деле. Чертово вранье, а. Did I hear something? Блин, вот как вот мимо них пройти так, чтобы они нас не заметили? Ой, точнее, не полетели. Я имею в виду вороны. Ладно, парни, вам придется умереть. Так, блин, я забыл, как спрыгнуть вниз. Да-да-да, гав-гав-гав. Что вот это интересно такое? Ну, вниз и правую кнопку мыши. Нет, не работает. Hey, look at this. Здание 6. One of our scouts left behind some equipment. Дымовая бомба, дымовая бомба прерывает лучи лазера и линию взгляда врагов. The smoke bomb gives you cover from enemies. It can also disrupt their laser beams, letting you sneak right through their traps. Окей. Да. Мир был метко. А, то есть КД еще не отошло. There. He set it to the tracking device. If we follow him, he'll lead us straight to it. То есть мне надо идти именно за ним? Ох, ты явно это не будет так просто, а? Что интересно ты такой вокруг него? Как орел такой. Так, и где они? You, come with me. Так, дымовых бомб у нас больше нету, кстати говоря. Пиклок сделали. Тут негде спрятаться. Оп! Ух, перепрыгнули. Тихо. Тихо. Keep an eye out, okay? А... Что вот это такое за... Блин, ну ладно. Вернись. I'm in. Shutting off the redundant security. What is... Hey, target sighted. Блин, не успел уйти. Found us. Now we'll never get the tracker. Ясно. Ну блин, что вот это за хрень такая была? Ой, который нам мешал пройти. Get closer. То есть рычаг и какая-то еще хрень.
Get closer. Да. Иду я поближе, иду. Ай, ладно, вниз. Пойдем просто. Keep an eye out, okay? Блин, ясно. А зачем? Можно так пройти. А, то есть вот так надо было дойти. Но это heavily guarded. We'll have to find another way around. Нам просто туда, к этой точке дойти, нас просто срисовали. Так, ну да. Ой, да не то нажал, блин! Какого хрена ты делаешь, ниндзя? Блин, какого хрена ты было только что? Keep an eye, okay? I feel like I'm jumping in shadows. Блин, я он, когда он нажимает, потому что он просто спрыгнул вниз, он прыгает куда-то наверх. The tracking device is in that office, but it's heavily guarded. We'll have to find another way around. I'm in. Shutting off the redundant security. Ясно. Да? Плюс одна дымовая бомба. Так, тут у нас человек стоит. И никуда не хочет уходить. What? Ой, не та кнопка. Вообще не туда нажал. Ну ладно, и так можно. Опс. Huh? Damn it. He was a good man. Да, бывает всякое. Hey, I know you're here. Так, что у нас тут? Включение. Эй, промазал. Попал, отлично. Блин, там собака была! Трупак захватил, скинул вниз. О, дурацкое управление, открой дверь. Собака унюхалась наверх. А, рычаг у нас там расположен. Блин, плохое место для рычага. Дрема гончий. Ты что вниз скинул?
Так, окей, идем дальше. Ай! Не успел. Блин, ведь у нас получилось, почти же получилось именно вовремя попасть сюда. По электрощитку. Ну ладно. Эй! Блин, зараза! То есть, если даже так попадаем, то ничего. То пушки наоборот вылазят, да? Ну, я к тому, потому что я думал, мы попадем, и это все отключится. Ну, так, блин. Забыл. Я почему-то постоянно такое понимание, то, что если мы попадаем по этим, то пушки тоже отрубаются. Ну, это вот так именно делается. Ладно. А, как великолепно, а. Поднимается. Спануй спейс. Спасибо. Ага, можно пробраться и наверх. There it is. Now you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Ясно. Закрыто. Так. Блин, я понимаю, то есть мы провалили кражу, да? The elevator's blocking the exit. We need to move it out of the way. Да я уж это вижу. Собака. Я начинаю не любить собак в этой игре, если честно.
Блин! Твои налево. Тихо. Почти получилось. А, не видно. Так, надо спрыгнуть так, чтобы шавка нас не услышала. Пускай она его дальше. Мы сделаем вот так. Ты же, честно, не учуешь, не так ли? Слава богу, что нет. Хотя, кстати говоря, можете считать то, что мы их прям украли. Датчик у него с руки. Точнее, руку просто отрубили, а не самого зарубили. Так, птицы! А, птиц можно хреначить просто. Просто расстрелял птицу. Мы всякие эти не находили. Клейма. Всего две чести. Всего две монетки получили. Незамеченно убить 6 охранников курьера. Заполнить 5 баков убитыми охранниками. Каких еще баков? Интересно. Так, что у нас тут появилось? Сумеречные врата. Присоединитесь к двери, нажмите, чтобы вытащить врага навстречу смерти. У нас просто удар при расходной отмычке. Это, видимо, мы быстро отмыкаем. Отвлекающий огонь, алхимическая вспышка отвлекает внимание врагов, смотрящих на нее. И ослепляет врагов в инфракрасных очках. Усиленное накопление придает дополнительную защиту, не уменьшая подвижности. Неплохая вещь. Так, вооружение мы еще ни одного не открыли. Так, нас на самом деле все равно ведь убивает с почти что одного удара, так что... Возьмем, наверное, вот это убийство. Для бесшумного удара сверху. Так... Другого у нас стиля нету, так что берем, наверное, хотя хрен знает, давайте берем шутиху. А вооружения нет. Идем дальше. Корпору Келли, would you care for a sip of this Riesling Spatschlies? It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tart. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. Ah, so, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas... These peasants! They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man, and he should only need one bullet. I want you to take care of him, personally. Yes, sir. У подножья Гесенской башни. That's the tower, but it's under heavy guard. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. You remember the story of Sawayama Castle, right?
That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Так, куда нам идти? Направо? О, господи, налево. Ну, пойдем налево. Look, another equipment cache. Да ты что? Шипастая мина. Мина шипами убьет наступающего на нее охранника. Не бросайте ее к врагам слишком близко, они могут услышать звук падения. То есть намек на то, что мне надо ее положить. Фух, успел. А, это у нас на тройку ставится, да? Шутих и шипастая мина. Guess it was nothing. Извини, парень, но сегодня не твоя ночь. What is that? Watch out for those sensors. They can catch your slightest twitch. So when they sweep across you, stand still. Mm-hmm. Звуковые теперь сенсоры появились, да? Так, ну так он до нас не достает. Ненавижу мигающий свет. Так, ладно. И мы спускаемся все ниже и ниже. Тут у нас ничего. О, господи, блин, ты меня напугал. These old buildings usually have a gas main in the basement. Start a leak, and we can spread the gas to the rest of the building. Так, просто налево идти. А что у нас тут? Тут у нас артефакт. Запугать охранников, убив одного. Точнее, убив другого шипастой миной. То есть, значит, они, если ловушку слышат, то они ее, грубо говоря, видят. Фух, успел. Оп, успел. Тихо, блин. Я же это на спюк сейвер наладил. Видимо, это не считается. Nothing, sir. Quiet as a tomb. We'll stay alert. He's out there somewhere. Так, и где мы оказались? Что тут вообще никого нету? Газоотделительная станция. Ну, газоотделительная. We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. A big fire. Так, щитоносец, да? У нас неприятный противник. Поэтому будь добр, умри. Мне вот интересно, у вас какие-то новые способности вообще будут? То есть, кроме вот этого вот замедления времени. Это у нас скрыться, да? Ну,
Ну, давайте устроим. That intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs, and we'll be ready to turn this place into an inferno. Так, а что у нас там было за задание сейчас? Масштаб открыть вентиляцию 0 из 3. Нам куда? Нам нужно на... Ё-моё, сколько вентиляций. The gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that lead up from the basement and open. А, так, они все-таки на этаже повыше. Three should do it. But opening more will make a bigger distraction. Так, я слышу звук, там у нас явно какой-то человек ходит. И как? А, все, вижу. Так, тут у нас куда наверх? Как-то это неприятно так, вот эти вот лучи гоняющие туда-сюда. А, то есть так по мне лучи даже не задевает, да? Окей. Блин. А это мне как не разминуться вот не могут в этом? То есть они двигаются одинаково скоро. Ну, помедленнее все-таки двигается, но. The hand that caressed. Так, свиток. One cry, a lover. No ears. Lie still. Palm open. Так, и первая вентиляция. Good work. One down, two to go. One down, two to go. О, блин, ну пролезай. Так, другая у нас еще выше. Наверное, наверх сейчас пойдем. Испытание. А, нет, улучшение даже. К сожалению, улучшать нам нечего. Ага, и вооружение от нашей пасты мины, да? Так, стиль обычный. Берем уже дымовые против лазеров. И вот это. Who's there? Воу! Только ведь повернулся к нам, кстати говоря. Бесшумный убийца. You need to... Так, еще раз наверх. Open one more. Hurry, before they figure out what we're up to. Ой, блин, топ. А я ее, думаю, разминировать не могу. Я даже, наверное, пытаться не буду.
не работает. Сейчас нас наверх вот отпоит и попробуем кинуть сюда вот гранату уже. Оп. А, то есть лазер у нас все равно. Ну лишь так даже. Okay, that's enough. But they're starting to get suspicious. We need to get to the roof. Добраться до крыши. Это у нас куда именно? Разожгите огонь. Лучше того, что на крышу лезть впрямь. А. Ну, странно действует. Да блин, я же тебе не в ту сторону указываю. Вот так сюда. That fuse panel doesn't look too sturdy. And look at the way it throws off sparks. This блин, мне вот это стрёмно как-то до него дотрагиваться. Твою налево! Фух! Однако. Слушайте, хорошо ведь уровень прошли. Открыть газовые вентили, убить двух охранников одной люстрой. Ну, это мы не стали делать. Так, ну и что, ребят? Собственно, давайте, наверное, следующий уровень... А, хотя начнем сейчас, может, там будет мультик. А там уже будет автосохранение. Так, у нас 4, ну, некуда тратить. Ну да, они все побежали туда. Ну а дальше, ребят, мы пойдем уже в следующих сериях. Ну а пока что, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и рассказывайте друзьям о нашем канале. Ну а пока что, всем пока. До новых серий и до новых врывов. Удачи вам!